Они мониторят глобальную сеть и днем, и ночью, а точнее, все свободное от работы время. Основная цель их деятельности – борьба с запрещенным контентом в сети интернет и просвещение в вопросах информационной безопасности. Наша деятельность началась со всем известной городской антинаркотической акции «Чистые стены», где волонтеры закрашивали надписи, расположенные на здании в городе Рязани, содержащие ссылки на сайты, на социальные сети, по которым можно было приобрести наркотические вещества. Ну и в связи с этим встал вопрос о том, а что же ссылку-то мы закрасили, граждане ее не увидели, но сама продажа в интернете продолжается, да? То есть встал вопрос о том, что нужно как-то и закрывать подобные сайты или аккаунты в социальных сетях. Кибердружина работает с апреля прошлого года и насчитывает 5 активистов. За это время им удалось закрыть более 60 каналов в мессенджере Telegram, 8 сайтов и 3 контакта по телефону, через которые продавали наркотики. Помимо распространения опасных веществ, кибердружинники отслеживают проявления экстремистского характера. Хочется, чтобы в нашей стране было поменьше наркотиков, поменьше терроризма, поменьше экстремизма, детского насилия. Ну, в общем, в любом случае, как бы хотелось, чтобы наше общество было более чище, более спокойнее. Интернет прочно вошел в нашу жизнь. При этом глобальная сеть приносит вместе с собой и глобальные проблемы. Территории одного региона охват деятельности дружинников не ограничивается. Интернет – это такая вещь, которая довольно распределена. Например, на сайте Тулы могут спокойно продаваться наркотики и покупаться в той же Рязани или в других городах. Поэтому как бы в нашем направлении нет каких-то границ конкретных определенных Рязанской области. Единственное, что мы можем передать данную информацию в правоохранительные органы Рязани, а уже непосредственно эти органы по своим каналам будут уже проводить работы. Помощь кибердружины в содействии и пресечении распространения наркотиков уже оценили и полицейские. Одним из примеров успешной деятельности отряда кибердружины в сети интернет является содействие Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области в выявлении лиц, распространяющих или предлагающих распространять психоактивные вещества. В случае обнаружения сайтов с рекламой продажи наркотических средств, дружинники направляют информацию об этом в Управление наркоконтроля МВД России по Рязанской области. Сотрудники полиции собирают материалы и направляют в Роскомнадзор для закрытия этих сайтов. Сейчас активисты своими действиями планируют снизить смертность от передозировки наркотиками. К работе они готовы привлечь новых добровольцев. А тех, кому предложили наркотики по интернету, просят об этом сообщить. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город».